Ученые из Университета Техаса в Остине разработали технологию, способную за секунды обнаружить ткани, пораженные раковыми клетками. Это позволит хирургам оперативно и точно удалять раковые опухоли. Похожему на ручку устройству, получившему название Mass Spec Pen, требуется только 10 секунд, чтобы определить, здоровая это ткань или ткань с раковыми клетками. Точность анализа составляет 96%. Mass Spec Pen – это ручное устройство, не оказывающее разрушительного действия на организм. Его возможно использовать в режиме реального времени, что помогает врачу оперативно проводить анализ. Ручка наносит каплю воды на ткань, которая растворяет небольшое количество жиров, белков и иных составляющих, которые, в свою очередь, анализируются с помощью специального спектрометра, способного выявить молекулы, характерные для различных видов онкологических заболеваний. Результаты анализа сопоставляются с базой данных из 253 известных видов здоровых и пораженных раком тканей груди, легких, яичников и щитовидной железы. Компьютер сообщает врачу, здорова обследованная ткань или нет. На это исследование сегодня уходит от 30 минут до 2 недель. Наша технология позволяет получить информацию за 10 секунд. Это большой шаг вперед. Ныне поданы патентные заявки, после чего начнется процесс вывода устройства на мировой рынок.